Привет, друзья! Сегодня расскажу про трюк, требующий контроля – VIP-Lash. Перед изучением вы должны уметь Full Gentle VIP и немного Hang Five. Это облегчит ваше изучение VIP-Lash. Для начала без езды попробуйте поставить ведущую ногу на оппозитную пегу и закрутить раму, чтобы примерно понять, как ловить баланс. Затем на езде ставим ведущую ногу на оппозит пегу, а вторую ногу на педаль. Закручиваем раму, толкая ногой, и пытаемся поймать баланс, выводя руль вперед. Перед ловлей подтягиваем руль на себя. Словить VIP-Lash сложнее, чем Full Gentle VIP. Нога находится ниже шатуна, и приходится делать все резче и быстрее. Когда научитесь VIP-Lash с педали, можно приступать к закруту с пеги. На этом все. Желаю вам терпения, прогресса и развитию контроля над байком. Также можете предлагать следующий трюк для хауту. Всем пока, спасибо за просмотр.